День добрий, мої друзі. Дійше не мам можливості нагривати, як завжди. Для того дійше бенде нагривала в такий новий спосіб, в такий інший спосіб, за помоцом зума. Ну, то побачимо, як то пуйче. А від подренчник крок по кроку, пожим А1, лекція 25. Ані ренка, ані нога, ні рука, ні нога. Новые слова, новые слова. Болеть, болеть, заживать, употреблять, принимать. И синонимы, синонимы. Уживать, стосовать, зуживать, застосовать. А вот русское слово заживать. Гоить, гоище, рана ще гои. Рана заживает. Повинен, я должен. Я должна, повинна. Припадок. Случай. Часть А. И то бенде таке повторение. Мы вспомним, как называются части тела. Гова, голова, плеци, спина, ноги, ноги, око, глаз, ренка, рука, очи, глаза, око, очи, ухо, ухо, брюх, живот, ренце, то одна ренка, ренце, руки, меншні, мышцы. Чучение номер 2. Во втором упражнении у нас написаны разные фразы, выражения с названиями частей тела. Можно прочитать их в учебнике, можно поставить видео на паузу и также прочитать. Кстати, у нас сегодня предпоследнее видео на уровне А1, поэтому уверена, что все слова вам будут знакомы. А мы пойдем в следующее упражнение, колейное чвечение номер 3. И нужно из выражений со второго упражнения взять фразы и поставить их в предложение. Начнем от приклада, начнем с примера. Мой тата, то злота Рончка, сам вшистко уме зреперовать. Мой папа имеет золотые руки, мастер на все руки, золото Рончка, мастер на все руки, у него золотые руки, и он сам все умеет починить, он все может сам починить. Не мог этого прочитать, бо чимаш газеты до гуры ногами. Не могу этого прочитать, потому что ты держишь газету вверх тормашками, до гуры ногами. Не мог пить водки, бо мам бардо слабом головы. Я не могу пить водку, потому что у меня, если дословно, слабая голова. Слабая голова, смотрим, внизу слабо голова, не мечут пурноще до пить алкоголю. То есть, если дословно, нет иммунитета к питью алкоголя. То есть, когда на утро похмелье. Синоним слова голова, уэп, ну такое сленговое слово башка. Меч моцным головы, меч слабым головы, меч слабый уэп, меч моцный уэп. То есть иметь на утро похмелье, не иметь на утро похмелье. Настемпное здание, следующее предложение. Плецак ест лепше в горы, ніж торба. Рюкзак лучше в горы, чем сумка. Плецак, бо носимы го на плецах. Рюкзак от слова спина. Докладні не вім, але на око то бенді якісь 20 кілограмів. Точно не знаю, но на глаз, на око, на глаз, это будет, ну, там 20 кілограм. Какие-то 20 кілограм. Не мартвще, голову до гури, вшистко бенді добже. Не волнуйся, вище голову, все будет хорошо. Завше купує убрання з другі ренки. Саумтани и оригинальное. Я всегда покупаю наряды, одежду с другой ренки, со второй руки, то есть second hand. Это дешево и оригинально. Терес без комурки, то як без ренки, трудно жить. Сейчас без сотового телефона, как без руки, трудно жить. Окей, идем и далее. Change B. Здоровье есть найважнейшее. Здоровье есть найважнейшее. Прочитаем текстик. Прочитаем текстик. На учительки сом сденервованы, бо студенчи не пшишли дичь на лекции.
Учительницы переживают, потому что студенты не пришли сегодня на урок. Чи зробили собі день детска и пошли на зеленом травке? Сделали ли они себе день ребенка и пошли на зеленую травку? Научительки боимся же стало ще цось поважнего и дзвоним до студентов. Учительницы боятся, что случилось что-то важное, и звонят студентам. Нестеты, не маем номеру до Тома. К сожалению, у них нет номера Тома. И рассмотрим конструкцию. Берник. Боли, болем мне зомб зембы. Боли мне зембы. Припрашиваем, боли мне зомб, болит у меня зуб, болем мне зембы. Множественное число, болят у меня зубы. Прочтем все местоимения. Мне, че, пана, панем, го, ем, е, нас, вас, их, е. Например, боли вас зомб, болит у вас зуб. Болем го зембы, болят у него зубы. Боли че зомб. Чи боли че зомб? Болит ли у тебя зуб? И давайте рассмотрим вот эти картиночки, нарисованные человечки, у кого что болит. Боли го бжух. Болит у него живот. То есть болит его живот. Болем го зембы. Болят его зубы. Болят у него зубы. Боли го гардо. Болит его горло. Болит у него горло. Идем мы далее. И перед собой мы видим фотографии и прочитаем диаложики и увидим, какой диаложик, какой фотографии подходит. Хавьер. Халло! День добрый. Муви Івона Стемпек. Чи може розмовити з Хав'єром? То я. Припрашам, не познавам тє. Маш дивний голос. Що ще стало? Мам катер, кашель і температура. Хіба єстем прижимбьони? Алло, добрый день, говорит Івона Стемпек. Могу я поговорить с Хавьером? Это я. Извини, я не узнала тебя. У тебя странный голос. Что случилось? У меня катар, насморк, кашель и температура. Наверное, я простудился. Пшежембёны простуженные. Далее настемпный диалог. Понимай, слухам. День добрый. Ту Сильвія зі школи язиковой. Хчалом запитач, для чого мамі не прийшла до школи. Леже в ушку, бардо жле ще чує. З'ядла вчора цось нешвежего в місті і ма, розуме пані, проблем з жовтким. Бардо мі прикро, прошу йом од нас поздоровіч. Слушаю. Добрый день, это Сильвія со школи язиковой. Хотела би спросити, почему мамі не прийшла в школу. Она лежит в кровати и очень плохо себя чувствует. Съела вчера что-то несвежее в городе, и теперь у нее, понимает пани, проблема с животом, с желудком. Ой, мне очень жаль. Прошу ем от нас поздравить, прошу ей передать от нас привет. И остатний диалог, последний диалог. Халло, честь Анжела, что с тобом? Зембы, цялом ноц не спалом. Мусишь ідти до дентисти, могу умовити ще на візити. А пойдеш зі мною, страшно ще боє. Алло, привіт, Анжела, що з тобою? Зуби, цілу ніч не спала. Тебе треба йти к дентисту, к стоматологу. Могу записати тебе на візит к стоматологу. А ти пойдеш зі мною? Страшно боюсь. Запоминаем вот эти конструкции. Боли мне зомб, например, боли мне зембы, если множественное число. Или чем мы дали, чвечение номер 3. В навязах мамы, в скобочках у нас местоимения, нам нужно их поставить в правильную форму. Видим, подсказочка у нас. Зачнем от приклада. Часто боли я, а венс мне, голова. Часто боли мне голова. У меня часто болит голова. Чи ти, а венс, че, чи че цось болі, у тебя что-то болит, болит ли у тебя что-то? Моя бабча ма 89 лет, ченсто болі йом серце. Моей бабушке 89 лет, и часто болит у нее сердце. З'ядав цось нешвежего, болі го жолондек. Он съел что-то несвежее, и болит у него желудок.
Co pani, a więc panią boli. Co panią boli? Co u pani болит? Если бы был... А, пан, пан у нас будет ниже. Отлично. Просувалишмы в огороде... Працовалишмы, przepraszam, в огороде целый день. Bardzo болю нас плецы. Мы работали в огороде, на участке где-то, в саду весь день. И очень болят у нас спины, наши спины. Далее. Детско плаче, хиба более бжух. Ребенок плачет. Наверное, болит у него животик. Детско е. Дети плачом, кеды болем е зембы. Дети плачут, когда болят у них зубки. Чи боли пана нога? Болит ли у пана нога? Боли мне вшистку. У меня болит все. Нигде не болели вас уши? У вас никогда не болели уши? Чудовня. Идем далее. О! Перед нами сом рисунки ружные и текстики. Перед нами мы видим рисуночки и текстики. И давайте сопоставим. Зобач, як ей зимно. Повинна убирать теплей. Смотри, как ей холодно. Она должна одеваться теплее. Так, а девчинка. Никто из нас не памята того слова. Повиннище венцеще учить. Никто из нас не помнит этого слова. Вы должны больше учиться. Ото, так и студенчи. Боли мне голова. Повиннащ взять таблетки против болевом. У меня болит голова. Но тебе надо, ты должна взять обезболивающую таблетку. А, боли голова. Не было уж билетов. Завше повиннище робить резервации. Не было уже билетов. Да, вы всегда должны бронировать заранее. Фатальне, мам страшнего каца. Не повиненеш пич, маш слабом голове. Ужасно, у меня страшное похмелье. Ты не должен пить, у тебя слабая голова. Ну, собственно, о чем мы говорили раньше, то есть будет похмелье. Ото. И остатний текстчик. Каша питала о тебе. Мыслишь же повиненным задзвонить? Кася спрашивала тебе. Думаешь, я должен позвонить? Окей. И теперь давайте посмотрим, как же у нас изменяется глагол повинен, повинна. Я должен, я должна. Начнем от рода женского, от мужского рода начнем. Повиненным я, ты повиненешь, он повинен, мы повиннищмы, вы повиннище, они повиннини, повиннини, повиннини они. И рода женский. Я повинна, ты повинна, она повинна, мы повиннышмы, вы повиннище, они повинны, повиненным, повиннам, повиненеш, повиннаш, повинен, повинна, повиннищмы, повиннышмы, повиннище, повиннище, повинни, повинны. Окей. Идем мы далее, часть друга. И то часть С. Припадок мамі. Случай мамі. Прочитаем диалог. Як ще чуєш, лепей? Как ты себя чувствуешь? Лучше? Ах, так мне стыд, препрашам. Ой, мне так стыдно, извини. Мамі, ніц цо людське не єст мі опце, направде. Цо то значи? Же то не твоя віна, бігунка і вимьоти то нормальне. Кеди маш затруче жолудкове. З'єш цось? Може хлеб з маслем? Недобже мі кеди мишлі о їдзеню. То може гербата ментова? Мусиш дуже піч. Може потім... Знов мушу біз до туалету, препрошую. Мамі, в порядку? Так, але трохи мі слабо і болі мені голова. Врати до ушка. Почитам чи, не бендіш мишляч, тільки відпочивач. А потім пуйди до аптеки і купі чи якісь лекарство, наприклад, кроплі жолудкові.
Как ты себя чувствуешь? Лучше? Ах, мне так стыдно, извини. Маме, ничто человеческое мне не чуждо, правда. Ниц цо людске не ест ми опция. Что это значит? Что это не твоя вина. Диарея и рвота – это нормально, когда у тебя отравление желудка. Скушаешь что-нибудь? Может быть, хлеб с маслом? Ой, нехорошо мне, когда думаю о еде. Тогда, может быть, мятный чай? Тебе надо много пить. Может быть, позже, может, потом. Мне надо снова бежать в туалет, извини. Маме, ты в порядке? Да, но мне немного, я чувствую себя немного слабой, у меня слабость, и болит у меня голова. Возвращайся в кроватку, я почитаю тебе, ты не будешь думать, только отдыхать. А после, потом я схожу в аптеку, я пойду в аптеку и куплю тебе какое-то лекарство, например, капли для желудка. Окей. Отвечание номер один, отвечание первое, первое упражнение. Цо ест мамі і цо она повинна робіч зробіч. Симптомы, симптомы. Что же у мамі? Мамі має бегунка і вимёти, ест їй недобре, слабо і болі йомглова. У мамі понос, рвота, а їй нехорошо, слабость у неё і боліт у неё голова. Ради, що їй надо сделать? Дуже піч, отпочивач, брач лекарства. Їй надо много пить, отдыхать и брать лекарства, то есть использовать, пить лекарства. Давайте посмотрим, такой дракоша зелененький. Цо чи єст? Що з тобою? Цо чи болі? Що у тебя болит? Цо чи долега? Що тебе беспокоит? Собственно, когда мы приходим к врачу на прием, очень часто врач спрашивает, «Цо пані пану долега?» «Что пана пані беспокоит?» И давайте рассмотрим еще такого смешного человечка в разрезе. Как называются внутренние органы? В голове то мозг, мозг, то кости, кости, сердце, сердце, пуца, легкие, желудок, желудок. И здесь я очень много от себя, пару слов написала. Нерки – почки, вон троба – печень, торчица – щитовидка, шледжона – селезенка, пенхеш – мочевой пузырь. Если какие-то еще названия вам нужны, пишите в комментариях, подскажу. Идем мы далее. Чвичение чварта, что тут значит? Упражнение номер 4. Мы видим здесь фото лекарств и на коробочках написано что-то, давайте определим, что же здесь такое написано. Лек выдаваны на рецепты. То лекарство можем купить, кеды препише нам е лекаш. То есть лекарство, выдаванное по рецепту. Это лекарство можем купить, когда напишет нам врач, рецепт, собственно, нам даст. Склад. Состав. Складники, с которых зроблены есть лекарство. То есть то, из чего сделано это лекарство. Состав. Сказание, кеды належит стосовать то лекарство. То есть когда нужно использовать, употреблять это лекарство. От чего оно? Пшечив сказание, кеды не повинно ще стосовать того лекарства. То есть когда не нужно употреблять это лекарство. Способ ужича. Як належи стосовач лекарство? Как нужно употреблять это лекарство? В чаще пущилку, по пущилку, с водом и так далее. То есть во время еды, после еды, с водой и так далее. Давкування, дозировка. Як дуже лекарство можно зажить? И як довго можно е брать? Как много можно использовать лекарство? И как долго нужно это лекарство пить? Дяваня. Непожонданная, негативная реакция по ужичу лекарства, то есть какие-то негативные реакции после использования этого лекарства. Окей, вратамы до вершика, вернемся назад, у нас здесь есть стишок про пана котка, давайте прочтем. Пан котик был хорый и лежал в ложечку, и пришел пан доктор. Як ще маєш котечку? Жле бардзо. І лапки вичонгнув до нього. Взяв запус пан доктор поважні хорего. І дів йому праві. Занадто ще ядло. Це горше не мишки, лечинки і садло.
Жле бардзо горончка, жле бардзо котечко. Ой, дуго ты дуго полежишь в ложечку. Ну и притлумачим, переведем. Пан котик был болен и лежал в кроватке. И пришел пан доктор. Как у тебя дела, котичек? Плохо очень. И лапки к нему протянул. Взял за пульс пан доктор, послушал пульс очень внимательно больного. И див ему прави, и удивительно ему говорит. Слишком ты много кушал, и что хуже не мышек, но леч але синоним, но шинки и сало. Очень плохо, горончка, температура. Очень плохо, котичек. Ой, долго ты, долго пролежишь в кроватке. Окей, такий вершик, идем мы далее. Ченч, чедеп, шипадок Хавьера. Случай с Хавьером. День добрый, приходня здрувко с ухом. Добрый день, приходня, поликлиника, здрувко, слушаю. Хотел бы умовить на визиты до лекаря. Я хотел бы записаться к врачу. Чема пан Юж у нас карты? У вас есть уже у нас карта? Не, бенде первый раз, але естем обцокраевцем. Не мам польского убезпечения. Нет, буду первый раз, но я иностранец, у меня нет польской страховки. То приватна приходня, то приватна приходня, визита у специалисты коштує 75 злотих, до якого лекаря. Это частная поликлиника, прием у специалиста стоит 75 злотих, к какому вам доктору? Єстем пшежімбьони, але боюще, же то грипа. Прошу мене зареєстровувати до лекаря огульного. Я простивши, но боюсь, что это грип. Пожалуйста, запишите меня до врача общей практики. Мам вольный термин на утро рано, на 7:30 до доктор Ковалик, пасує пану. Есть свободное время на утро завтра на 7:30 к доктору Ковалик, подходит пану. Трохи завчешня, але трудно. Немного рано, но трудно. Як ще пан назива? Як зовут пана? Хав'єр Перес. Пшелітрович? Хав'єр Перес. Вам по буквам назвати? Окей, ідемо далі. Мами є ще один такий діалог. Ну то прочитаємо. Єдин. День добрий, пані доктор. Добрий день, пані доктор. День добрий, цо пану долега. Добрий день, що пана беспокоїть? Болі мені всістко. Боліт у мене все. Голова, гардло, меншня, трохи желудок, мам катар и кашель. У меня болит все, голова, горло, мышцы, немного желудок, у меня насморк и кашель. Ма пан горончка, у пана есть температура. Вчора и вечером мялом 38,5. Вчера вечером было 38,5. Прошу еще розебрач, муше пана збадач. Прошу глибоко отдыхач. Но пуца в пожонтку, а зараз прошу показать язык и поведеть прошу еще убрать. Пожалуйста, раздевайтесь, мне надо пана исследовать, обследовать. Прошу вас глубоко дышать, вдыхать. Ну, легкие в порядке. А сейчас, пожалуйста, покажите язык и скажите Окей, прошу одеваться. Так, номер 6, номер 7. Чи то цось поважнего, это что-то важное? Ну, цуж, то правдоподобне грипа, ту сом рецепты. Ну, что ж, цуж, что ж, правдоподобне, вероятно. Ну, что ж, это, вероятно, грипп. Здесь вот рецепты. Антибиотик, антибиотик. Так, то конечное. Так, то конечное, чи ест пан учулоны на якісь леки? Да, это конечно, это обязательно. Это обязательно. Учулоны аллергия. Есть ли у пана аллергия на какие-нибудь лекарства? Не, нигде не мял он жадной аллергии. Нет, у меня никогда не было ни одной аллергии, ни на что аллергии не было. Номер 12. Авенс проше го заживач 3 рази дженне пшез 7 дні. Прошу лежать в ушку, дужо пить и отпочивать. Чи потребует пан звольнения с працы? А поэтому, пожалуйста, пейте 3 раза в день на протяжении 7 дней.
Прошу вас лежать в кровати, много пить и отдыхать. Нужно ли вам больничный? То есть зазволение с працы, как бы такое увольнение с працы, больничный лист. Номер чинащий. Не, естем студентом, не працую. Кеды мам прийти до контроля? Нет, я студент, я не работаю. Когда мне надо прийти еще раз повторно на контроль? За тыдень, через неделю. Окей, чудовне. Чучення номер 3. Які симптоми у Хав'єра і які ради, так? Симптоми. Що ж у нас з Хав'єром? Болі голова, гарду, меншня, трохи жолондок, макатар і кашель, магоронжка. Ну, вчора мав горончка. У нього боліть голова, горло, мишці, немного жолудок, у нього насморк і кашель і температура. Які ради? Брать лекарства 3 рази дзеннення пшес 7 дні. Лежать в ушку, дужо піч і отпочивач. Піць лекарства 3 рази в день, через, то есть на протяжении 7 дней лежать в кровати і много піць і отдыхать. Супер. Колейне чвічення номер 4, прошу узупевніч. Нам нужно слова із рамочки вставить вот к этим начальним фразам. Болі мне, болит у меня. Что может у меня или у кого-то болеть? Боли мне голова, желудок, гарудо, сердце. Болит у меня голова, желудок, горло, сердце. Болем мне, множественное число, болят у меня. Меншне, плецы. Болят у меня мышцы, плецы, всегда множественное число, спина. Мам, что я мам, или кто еще мам? Мам, мигрена, горончка, катар, кашель, высокие чечнения, или низкие чечнения, так? У меня мигрень, у меня температура, у меня насморк, у меня кашель, у меня высокое или же низкое давление. Естем яки-яка, естем слабый, или слабо, пшежембёный, хоры, я слабый, простывший, больной. Ест ми як, как же мне есть? Ест ми душно, горонцо, слабо, недобже. Мне душно, мне горячо, мне слабость и мне нехорошо. Супер, наступна часть Е. Припадок Анжели, случай Анжели. Чвічення номер 1, перше чвічення. Габінет стоматологічний білий кель. В чим можу помочь? Кабинет дантиста, стоматологический кабинет, белый клык. Чем могу помочь? Хотела бы зарегистрировать знакомым до дантиста. Я хотела бы записать знакомую к стоматологу. Чи-то пани ма у нас карта? Есть ли у той пани карта у нас? Нестеты не, она есть тудоземком. К сожалению, нет, она иностранка. В таким разе прошу имя и назвиску. Чи она мови по-польску? В таком случае, пожалуйста, имя, фамилию, говорит ли она по-польски? То есть Анжела Браун, она мови по-польску юж дощ добже. Это Анжела Браун, она говорит по-польски уже достаточно хорошо. Разумею, понимаю. То может доктор Коваль, ну может быть тогда доктор Коваль, есть бардо милый и терпливый. А кеды пшимует доктор Коваль? А когда он принимает этот доктор Коваль? Доктор Коваль пшимует в пятку от 10 до 17. Он принимает в пятницу с 10 до 5. Ой, до первого утра. Колежанка направду бардо черпи. Чи не можно умовить с доктором Ковалем вчешней? Ох, только утром. Моя знакомая, правда, очень мучается, сильно терпит ей, ну, плохо. Можно ли договориться с доктором раньше? Нестеты, али если тео панем бардо боли, то нема цо чекать на доктора. К сожалению, но если очень сильно болит у той пани, то нечего ждать доктора. То може есть термин до иннего лекаря на дещ? Тогда, может быть, есть время к другому доктору, но на сегодня. Справді, сейчас узнаю, уточню. О, хтось удвоїв візити до пані доктор Розвадовський. Хто-то удвоїв відмінив візит к пані доктор. Швітні, о ктурій годині можемо прийти? Отлично, во сколько ми можемо прийти? За годину, пасує пані, через час підходить? Так, між нами в центрі, то недалеко, напевно, будемо на час. Да, мы живем в центре, это недалеко, и наверняка мы будем вовремя. Будем на час, будем вовремя.
И давайте перейдем к упражнению номер 4. Прочтем. Единка. Например, един, единка. Два, двойка. То есть единичка, двойка, тройка, четверка. Вот такие слова сейчас будем читать. Единка, двойка, тройка, чвурка, пятка, шустка, сьюдемка, осемка, девятка, десятка. Давайте еще раз повторим. Един, единка, два, двойка, три, тройка, четыре, чвурка, пять, пятка, шесть, шустка, седем, сьюдемка, осем, усемка, девять, девятка, десять, десятка. Чудовне. Идем мы далее. День добрый. А, прочитаем диалог, так? День добрый. Називам ще Анжела Браун. Добрый день, меня зовут Анжела Браун. Запрашам на фотель. Что еще дея? Приглашаю в кресло. Садитесь в кресло. Что происходит? Страшно болят мне зембы. Ужасно у меня болят зубы. Зембы? А которые? Зубы? Которые? Не вим. О, тутай. Я не знаю. Вот здесь. Прошу отвожить уста. Тен. Откройте рот. Этот. Ау, то только права гурна осемка, так званый зомб мандрощи. Это только правая верхняя восьмерка, так называемый зуб мудрости. И что терас? И что? Зомб ест зепсуты, пшес хвили бенде боровач, а потом заоже помбе. Зуб испорчен, через минуту, на протяжении минуты буду его сверлить, а потом сделаю пломбу. Ой, а може лепі усунуть того земба? Може лучше вирвати этот зуб? На то, прошу, пані, завше є час. На это всегда есть, найдется время. Дам знечулення, ніц не бенджі панем боліч. Я дам такое обезболивающее, ничего не будет болеть. Есть пані певна? Пані уверена? Окей, идем и далее. Наступна часть и припадок Тома. Случай с Томом. Нам надо по картиночкам составить текст. И давайте его прочтем. Дорога Алицио. Моя дорогая Алиция. Только еще не денервуй, але лежи в шпиталю. Только не переживай, не волнуйся, не нервничай. Я лежу в больнице. Мяуем на правде пеха. Пеха, неудачу. У меня действительно случилась неприятность такая, неудача. День в Чечне, другу еще училым, пошедуем спать у други над раном. Днем раньше я долго учился и пошел спать в 2 часа утра. Ниц дживнего же не услышал им будика и попросту заспал им до школы. И ничего удивительного, что я не услышал будильник и просто проспал школу. Кеды ще врешче убудилым, было уж бардзо пузно. Когда я наконец проснулся, было уже очень поздно. Хчалом собе шибко зробить канапки, але былом так заспаны, же кеды круилом хлеб, скалечивом ще в палец. Я хотела по-быстренькому сделать себе бутербродик, но был такой сонный, что когда резал хлеб, поранил себе палец. Не мог вам зналечь ани пластра, ани бандажа, и не мог найти ни пластыря, ни бинта. Не мялом юж охоты на едзенье, ну то очевище, так, не хотел я уже никакой еды, выпил им только кавы и выбегал им до школы, выпил только кофе и побежал в школу. Был им злый и голодный, я был злой и голодный. Так ще спешил им на трамвай, же упадал им и зрубил им собе, разбил им собе колено. Я так спешил на трамвай, что упал и разбился колено. Боляло мне бардзо, але якось добегал им на пристанок и сдонжил им на тен трамвай. Болело мне очень было больно. Ну, как-то я добежал на остановку, сдонжить, успеть, и успел на этот трамвай. Кеды был им юж в шротку и замкнел еще джви, нагле почул им страшный буль. Когда уже был в середине, закрылись двери, я вдруг, нагле, вдруг почувствовал страшную боль. То была моя ренка заблокована в дверях. Это была моя рука, заблокирована в дверях. Чи аккурат дичь мущала зепсу ще фотокомурка?
Ну, сегодня ли должна была испортиться вот эта фотокамурка, которая закрывает, открывает двери? Вищадуем перед школой, вышел перед школой. Ренка боляла, цо раз моцнее. Рука у меня болела много раз сильнее. Зачовым ее оглядач, чи не ест спухнента, и втеды впадуем на уличном лампе и с целой силы удожилом еще в головы. Я начал ее осматривать, не опухла ли рука, и тогда наткнулся на уличный фонарь и со всей силы ударился головой. Через хвили ниц не видел. На протяжении минуты ничего не видел. Якийсь пан подшедал и запытал, чи не ест ми слабо, и помогу ми позберач мои жечи. Какой-то пан подошел и спросил, ну, как я себя чувствую, и помог мне пособирать мои вещи. Нестеты окуляры было пенкненте, а комурка в двух ковалках. К сожалению, очки мои были треснуты, а телефон на две части. Веш же без окуляров слабо видзе. Позатым былом бардо сденервованы, и первше цо зробилом, то впаду на ровежисте, которые приезжал ходнике. Знаешь, что без очков я плохо вижу. И кроме того, был очень, ну, нервничал очень сильно. И первое, что я сделал, то наткнулся на ровежисты, человечек, который на велосипеде едет, на велосипедиста, который ехал по ходнике, где пешеходы ходят, по тротуару, скажем так. Что он робил на ходнику, что он делал на тротуаре, для чего в Кракове люди езжем роверами по ходниках. Почему они так ездят вообще на велосипедах, не там, где надо, а где пешеходы ходят? Чи он не видел же, я ниц не видзе? Он что, не видел, что я ничего не вижу? Лежал он на земле и чуя, же не мог рушить ногом. Я лежал на земле и чувствовал, что не могу шевелить ногой. Тем разом то уж был правдивый выпадок. В этот раз это уже был такой настоящий, ну, настоящая авария. Ровежиста теж упаду и не видел им, чи с ним ест вшистку в пожонтку, чи не. Велосипедист тоже упал, я не видел им, я не знал, все ли с ним хорошо или нет. На счастье, пшес припадок обок приходил Уве, который, как я, был спужненный до школы. На счастье, по счастливой случайности, пшес припадок, то есть по счастливой случайности, по случаю, рядом проходил Уве, который, как и я, тоже опаздывал в школу. Уве шибко зорганизовал помоц, задзвонил по амбуланс, помогу, ровежище и в огуле. Уве быстро организовал помощь, позвонил в скорую, помог велосипедисту и вообще. В шпиталю поведели же мам зломано много и заложили мне гипс. В госпитале мне сказали, что у меня сломана нога и положили мне гипс, наложили гипс. Головы теж мам трохи розбитом. Вен смущал им зостач на обсервации. Голова у меня тоже немного разбита, поэтому я остаюсь, ну, на стационаре в больнице. Мам надеюсь же ютру бенде в дому. И надеюсь, что завтра буду дома. Поздравим тебя сердечно, Том. С уважением сердечным, Том. И остатняя часть, Надя, что повтужение, повторение. Кто и для чего ходит до тих лекаже. Например, до педиатра ходзом родиться с малыми детьми на контроле, альбо кеды є цось боле. К педиатру, к детскому врачу ходит родитель с маленькими детьми, на контроль просто, или же когда что-то болит. Ну, давайте просто прочтем название врачей и переведем. Педиатра, педиатр, психолог, 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 гинеколог, интерниста, это терапевт, стоматолог, окулиста, дерматолог, ларинголог, ухогрунос, невролог, кардиолог, ортопеда. Окей, нацуш. До услышания вкрутце в остатней лекции.